Ну вот это просто бесподобное что-то. Ну как вот это можно не ценить, да, вот это мыс там, улова за ним. Отличная стоянка, отличная рыбалка, там плесики такие, но они хоть и каменистые, но тем не менее. То есть подойти на катере вообще без проблем. Но это не самый большой утес, там будут утесы, конечно, огромные, Гольбинский утес. Но мы до них не дойдем. Это все ниже, ниже, ниже. Ну, просто оцените вот это все. Картина. Достойное полотно Ивана Орлан летает на этом фоне русских художников. Почти с двухметровым размахом крыла. То есть там на утесе бьется вода, шумит, как от водопада. Вон там скальные тоже выходят породы. Основной фарватер Амура и глубина. Ну, сейчас уже меньше стало.